маска. Снова танцевать. Снова радовать зрителя. Привет! Ну, Кобальт. Как сказал наш линейный продюсер, чтобы узнать, сколько выпусков уже снято, нужно лишь посмотреть на потолок. Там вы видите три шарика, отпущенные Джокером в предыдущих выпусках. Ну, таким образом мы можем понять, что выпусков тоже было три. Это Backstage White Media, оставайтесь с нами. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем вы здесь вообще занимаетесь? Я занимаюсь управлением цветом. Прекрасно. Чем еще? Все. Хорошо, как это работает? Ну, у нас идет репетиция, мы смотрим номер, прочувствуем его и даем какое-то цветовое оформление под него. А свет на репетициях прописывается вообще заранее? В процессе самой репетиции. То есть мы видим номер, у нас никаких заготовок нет, и мы вот с чистого листа начинаем выстраивать световые точки, какие-то эффекты, слушаем фонограмму. Ну, то есть все это мы успеваем сделать в процессе репетиции. А на съемке? Ну, на съемке мы, соответственно, эту программу прописанную уже воспроизводим. Дорогие зрители, пожалуйста, оцените. Пишите с любовью, посмотрите, как мы стараемся ради вас. Они если заведут, то не остановишь. Сейчас у вас загружена программа. Сколько вообще сейчас будет номеров? Ну, сегодня у нас будет 12 номеров. 12 участников, 12 номеров. Вот они все прописаны. Оп. Все работает. Я везде все вижу, да. Сколько всего вообще световых приборов на проекте «Маска»? Ну, в текущий момент 1417, если точно быть. И что это вообще включает в себя? Это какие-то лампы, светодиодные ленты? Что это? Ну, это и элементы светодиодной декорации, и статические световые приборы, динамические. Ну, то есть полностью, если общее количество, порядка 1420. А бывает, что во время какого-то номера какой-то прибор вдруг выходит из строя? Что вы вообще тогда делаете? Ну, не часто, но бывает. Но как-то выкручиваемся так, чтобы никто этого не заметил. Where's this cat man?
Учится на вашу специальность и как она называется? Ну, специальность называется художник по свету, учится опыт, практика, теория. То есть вы не хотите давать никакие яркие пароли ребятам, которые хотят заставить вам конкуренцию? Не, я наоборот за конкуренцию, потому что она в итоге подстегивает весь рынок, становится лучше. Но прям таких высших учебных заведений, которым тебя это научат, этого нету. Ну, опять-таки теория и главное практика, практика, практика. Ну и талант еще. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Почему вы вообще ее выбрали? Ну, я люблю работать не по графику, люблю не спать сутками. Да нет, шучу, на самом деле, просто, ну, мне нравится то, что нет рутины. У тебя все время разные проекты, ты должен найти какие-то разные пути решения проблем, что-то придумать, ты все время находишься в развитии неком. На самом деле, это очень даже неплохие аргументы, чтобы выбрать данную специальность. Согласен. Вспышку дыма сейчас покажу. С которыми вы работаете? Как у вас коннект? Сколько вы вообще вместе? Порядка 10 лет, наверное. Ужас. Ну, мы как бы и дружим, и работаем, то есть все совмещаем. То есть у вас царит полное взаимопонимание? Абсолютно. Итак, кто же сидит рядом с вами здесь? Вот Александр Шмидт, оператор-постановщик. Машите. Ассистент мой Артем Васильевич Илюшенков. Ну, видеоотдел где-то там. Где-то там, сзади. Ну, это так, это уже не наши друзья, мы с ними не общаемся. Не, общаемся, почему? Мы всегда в плотном контакте, и то есть благодаря совместным усилиям как раз получается создавать красивую картинку. Надо делать номера.
же говорил, как заведешь, потом не остановишь. Окрашено? Художественно. Очень рада тебя видеть, потому что ты у нас была на проекте «Ты супер». И скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь на маске? Ой, я тут работаю, представляете? Так поучаствовала, «Ты супер» победила, а теперь работать пришла. У меня это личностный рост происходит. Каково тебе вообще работать среди такого знакомого коллектива, где ты уже давно? На самом деле очень приятно и очень комфортно наблюдать себя в окружении тех людей, которых я знаю уже не первый год. Но некоторые, когда меня увидели с рацией, такие: «Ты что тут делаешь?» Я говорю: «Работаю». Они такие: «Каким образом вообще?» Я такая: так вот. Довелось. Не, клево. Для меня ощущать себя администратором, это посмотреть вообще на всю работу, на всю кухню с другой стороны. Потому что до этого администраторы бегали за мной, а теперь я администратор и бегаю за всеми. Вот. А за кем вообще ты бегаешь и в чем заключается твоя работа? Я отвечаю за артистов, которые у нас спрятаны в маске. Я отвечаю за осьминожку, за мухоморчика и за монстрика. Честно? Они просто моя любовь. Сейчас у меня вышли мухомор и осьминожка на голосование. Я так переживаю, я так надеюсь, что они не попадут в номинацию. Настя, осьминог в номинации. Серьезно? Да, блин. Я очень надеялась, что она не попадет туда. А мне надо встречать, бежать всех. Тогда мы с тобой еще поговорим чуть позже. Беги. До скорой встречи. Заряжаем номер, заряжаем. Нет! Я тут есть. Я не просто так вот эту маску. Мы готовы. Во-первых, хочу сказать, как же невероятно видеть, когда вы поете уже без маски, как же этого не хватало. Столько выразительных средств отсутствует, а зная, какими средствами вы обладаете, это прям было очень грустно. Расскажите про ваши ощущения. Вот именно то, что вы сказали, вот для меня это была главная проблема в этом шоу, потому что маска, в которой ты совершенно ничего не видишь, ты не можешь не двигаться, то, как ты умеешь двигаться, да, и ты не можешь из-за маски эмоции свои выражать. Поэтому вот для меня это был прям такой сдерживающий, страшный фактор. Я очень мучилась из-за этого. В следующей программе мы планировали петь песню Дианы Арбениной. Потом планировали петь песню Аллы Борисовны Пугачевой «Мал по мал ты привыкал». Ну, тоже все равно танцы хотели делать и все такое. Потом и Далида была в планах, и еще Пугачева, еще Лайза Минелли. Много-много всего интересного. Как жалко, что мы этого не услышим, не увидим. Я надеюсь, что, может быть, в новогодний выпуск, который у нас обязательно после сезона случается, обязательно мы еще это все увидим, услышим. Что самого сложного было для вас? Костюм или вот как раз отсутствие выразительных средств, или, может быть, душно? То, что практически ничего не видно было в этой маске. Я даже упала вчера со сцены, потому что просто ничего не видела в ней. Прям упали со сцены, да. Сильно, может быть, травмировались? Да. И вы продолжали все равно, да, сегодня выступать. Да. Спасибо вам большое за героизм. Невероятная благодарность. И как же жалко, что вы нас покидаете. Искренне жаль. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Итак, на сегодня все. Мы рассказали вам все самое интересное. Все остальное в следующем выпуске.
увидели, пошли по маскам, по головам. Вот так балансируем. Но по лезвию ножа нельзя идти и бояться порезаться. Да. Вот так.